Ну что, дорогие друзья, пришел на перепашку здесь. Здесь очень монет много было, поэтому решил наведаться снова. Смотрю, здесь перепахано. Ну и у нас тем временем первая монета выпала. Это... Так, кто у нас это? Что за царь и номинал? Так, не видно ни черта. Ну, гурт обычный. Итак, потеряшка какая-то. Угу. Ну, глубокая монета. Сигнал глубокий был. Сейчас помою и покажу. Верховой сигнал. Сверху монета лежит. Калик какой-то. Ну, полушка, видимо. Да, полушка. С гуртом. Дома помоем, посмотрим. Сигнал был 12:20. И у нас на свет выпал сломанный крестик. Лепесток женский. Но они в основном все поломанные попадаются. Ну и этот тоже не оказался целым. На улице жара стоит, блин. Ну, а мы ищем. Нас это не останавливает. Очередной, друзья, крестик верховой под сигналом. Под катушкой оказался православный крест. Так, где он там? Не вижу ничего. Ну, вот такой крестик. Отличная находка. Почистим. И в коллекции будет лежать. Место было когда-то перспективное, интересное. Были дома здесь, сейчас ничего нет. Очередной сигнал, друзья. Ходим по перепашке. И тем временем выпадает у нас монета. Монета, монета. Похоже на советы. Да, советы. Сейчас посмотрим поближе. Итак, что это, 10 копеек у нас? Щитовичок, по-моему, да? Да, щитовик, 33-й год. Советы. Неплохо, друзья. Берем, берем. Сегодня у нас огородный поиск. И первый сигнал — это конина. Элемент конской упряжи. Как монета звучат. Ну вот. Первая находочка на огороде. Продолжается поиск. У нас пуля выпала. Сигнал был как монета. Но выпала пуля, друзья. Калибр, кто подскажет? И от какого огнестрельного оружия? Потому что у нас давно уже под запретом здесь все. И вряд ли кто-то в современности стрелял здесь. Скорее всего, советская. Может быть, не специалист в оружиях. Скорее всего, от... Ну, у Калашникова не такой патрон. Маленько другой. Чуть побольше, по-моему, он. Ну вот, ладно. Подсказывайте, друзья, кто знает. Искал эту монету, друзья, наверное, минуту, блин. Выпала копеечка какая-то маленькая.
Итак, давайте посмотрим, что это у нас. О, щитовичок, 10 копеек. Щитовик. По-моему, сейчас покажу. Не так давно я с этого места прямой эфир вел, друзья. Ну а сейчас вот шли дожди там, машины ездили. И, друзья, не надо копать даже. Сверху монеты лежат. Николая. Вот она, чистая. Как будто бы из-под станка сейчас только что. 1841 год, 1/4 копейки серебром. Николай Первый. Отлично, друзья. Новенькая практически. Ну вот здесь я постоянно хожу. Ручей бежит здесь. И тут постоянно у нас монеты вымывает. Ладно, берем. Перебрался здесь в заброшенный лес. Шервудский лес. И у нас находка, друзья. Похоже на наперсток. Сейчас от грязи освобожу. Наперсток или еще что-то такое. Или подсвечник какой-то. В общем, старая штукенция. Помоем, почистим, посмотрим. Товарищи, не ожидал я, что я здесь на монету найду. Приехал на разведку, здесь хожу, да? И совершенно случайно у нас выпала монета, друзья, маленькая. Одна фени. Пени. Николай II, 1906 или 16 год. Сейчас помою и покажу поподробнее. Камни здесь, мусорка практически. И вот выпала вот такая накладка в виде треугольной штуки. Видно, что крепилась. Петли есть, но что это, не знаю. Может, от шкатулки, от сундука. Но, тем не менее, здесь вот камни с огорода откидывали. Много камней. Поэтому, я думаю, тоже выкинули это сюда. Хожу по зарослям. Ну, это дает результаты. Монета. Маниста вот, с дыркой, правда. 1/4 копейки серебром. Николай Первый. Ну, как находка, но не более. Испортили. Носили, видимо, как кулончик какой-то. Ну, хотя бы дырку вот здесь сделали, чтобы пропорционально было. Вот раньше рукожопы были, а? Монеты портили. Ладно, берем. Берем, берем. На дворе вечер, друзья, уже. Вечереет, так вышел. Может, составной ролик сделаю. Днем, который потом еще поиск был, у меня я вставлю. Ну и вечером. У меня здесь находка, друзья. Две сразу рядом были. Так, первое, что я нашел. Они все рядом лежат. Ложка была. Так, где она? А, вот. Ложка. Медная. С ручкой вместе. Может быть, чайная, может быть, еще какая-то. Ну, старинная, в общем. И рядом лежала пуговица вот такая тоже. Пуговка, ну, обычная от шинели. Но старая, медная. Здесь вот бобер грызет дерево. Скоро его свалит. И он там тоже грызет. Он грызет там.
Но у нас тем временем находки сразу две. Продолжаем, друзья.